Директор дома-интерната для престарелых Анна Слепцова уволена после скандала. Напомним, что в начале ноября этого года местная газета «Коммунист» опубликовала письмо постояльцев дома-интерната, адресованное президенту страны Владимиру Путину и главе Якутии Егору Борисову. В обращении обитатели интерната, расположенного в Якутске на улице Бекетова, утверждали, что недоедают и почти всегда ходят полуголодные. Письмо вызвало широкий общественный резонанс. Прокуратура и Министерство труда Якутии провели проверки в доме престарелых. В результате был выявлен ряд нарушений. В частности, деньги постояльцев за соцуслуги направлялись не на улучшение их питания, а на повышение квалификации сотрудников, юридические консультации, вывоз мусора. Кроме того, были обнаружены нарушения федерального закона о противодействии коррупции. Директор интерната приняла своего сына на ставку рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, а ее супруг работал в ЧОП «Батас», которая имела договор с домом-интернатом.